Всем большой привет, Белецкий на связи. Как вы знаете, порвал кассету, выход нужно было искать, приобрелась другая кассета за более адекватные деньги. Вот предыдущее, что с Андрюхой мы делали, разборная полностью, вот все проставочки. Пришлось поиграться с этой кассетой, также ее разобрать, объясню почему. Потому что здесь, смотрите, когда была сборка кассеты, китаец собрал, то есть в шлицы все заходило, да, то есть кассета полностью облегала здесь. А здесь, получается, на данном пауке вот этой кассеты, здесь, получается, болтики собраны так. Они собраны именно здесь, не внутри, как вот здесь положено, а с боковой частью. И шляпка торчит заподлицо, то есть не в потай. И она торчит вот именно вот, сейчас фокусим, вот именно на шляпку. Когда одеваешь кассету на барабан, получается, она не крутится вообще. То есть не прокручивается. Вот сейчас, если все прокручивается как положено, легко, да, педалью, то она просто осью зажимается, конкретно барабан, он вклинивает просто. И прокрутить вообще невозможно. Сейчас как бы все нормально, все работает, верхняя передача, я уже все пощелкал. Переклюк, слава богу, при разрыве кассеты не пострадал. Вот, кстати, единственное, что заметил нюанс, смотрите. Вот сам разрыв основной кассеты. Кассета стальная, так же, как вот и приобретенная. Вот, посмотрите, насколько порвала. И есть здесь второе место. Все-таки так же, как и та звезда. Ее порвало не в одном месте. Вот. Мы думали варить здесь, но здесь варить бесполезно. То есть, по сути, все, паук в ноль. Поэтому было принято решение уже приобрести кассету. Тоже 11.50. Все, посмотрим, как она себя покажет, как будет работать. Все щелкается аккуратно. Думал, переклюк, может, лапки пострадал. Нет, его немножко просто сверху здесь подзаживало, когда был разрыв, все. Вот так все, в принципе, отлично. Блин, надо было ехать по правой стороне. Сейчас еду очень внимательно. Даже не топлю. По правой стороне, конечно, лучше ехать. Тут что-то все делают. Поеду-ка я лучше здесь. Можно было объехать-то, ну ладно. Фигура, все дела. Я, ребят, вроде с большего так поправился. Решил выкатить. Вот. Чувствую как бы себя отлично. Так, по лайту дать, но скоро соревнования будут. Ну, как скоро, к концу июня местные. Ну, а выступить не грех. Поэтому думаю, почему бы не подготовиться немножко, уже начать. Хоть меня контрищик, конечно, так себе. Но будет 2 дня, поэтому почему бы в 2 днях и не выступить. Плюс у нас вчера вообще был дождь. Я думал, сегодня не выйду, у нас дожди пошли. Хотя 2 недели назад ходил в майке. Так. Так что сейчас все перекрестки, конечно, смотрю внимательно. Попадаться неохота. Всем нашим парням с предупреждением привет. Но штрафы попадать не хочется. Сейчас еду через Лучосу. Не знаю, поеду, куда глаза, скорее всего, глядят. Может быть, маршрутик посмотрю небольшой. Какой-нибудь. Честно, не знаю, куда еду сейчас. В Витебске не все маршруты знаю. Будем узнавать сейчас. Я еще в город конкретно не перебрался. Поэтому надо будет обкатать местные места с пацанами. С местными. С Андрюхой еще обкатаем сколько всего.
Задача сегодня просто почувствовать чуть-чуть ножки, показать вам немножко бытовухи моей велосипедной. Сейчас и так немножко пропал, потому что, приболевший, да и ремонт дома идет. Как бы тоже, знаете, немножко здоровье все-таки важнее, а дома тепло, как бы потихоньку ковыряешься, что-то делаешь. Вот. Как бы так. Тут как бы так. А технику. Сейчас сместились назад, съехали. Заехали сюда. Ехали здесь аккуратненько. А технику на самом деле прикольно тренить. Вот. В этом есть свой кайф. Вот. Но в контактах порой ты страхуешься. Где спрыгиваешь, приходится страховаться обычно. Не знаю, на самом деле, куда сейчас рвану. По трассе пока нет, не то состояние. Но все впереди. Собачки эти маленькие. С Андрюхой мы еще потреним здесь по собаке обязательно. Сейчас просто небольшой дальничок. Почувствовать ножки, Макс, могу ли я вообще там 20-30 проехать? Ни разу еще в этом сезоне не ездил небольшое даже расстояние. На самом-то деле. А его нужно проехать. Хотя бы уже ножки что-то... А, не сюда поехал. Ножки почувствовать. Ух ты, ёмка какая, нифига себе. Кривым банником выходим из них. На видосе, как обычно, ямка ни о чем. А если бы сейчас поздно заметил, кто там выкопал и не вовремя. Ушел бы через руль, 1000%. Особенно с контактами. Подляна кто-то кидает. Ух ты! Зад унесло хорошо. Я как-то с Андрюхой ехали быстрее заезжать, съезжаешь там. Нормально. Попробовал чуть медленнее, опешил. Такое себе. Друзья, сейчас переезд. Вот я уже стою в таком кармашке. Там должен быть поезд. Сейчас я полечу. Я уже решил остановиться. Посмотрите, какая высота. Кажется, что там. А когда прыгал вот именно с этой части, здесь оказалось вообще офигеть. Высота. Ребята стояли там, в той стороне получается. Вот это, да, вот тут на острове небольшом. Вот. А отсюда, с этой стороны возле, как раз здесь лестница. Подождите, залазить вот тут. Вот. Тут пацаны подвязывают с этой стороны, и можно прыгать. Сейчас качу в сторону, не знаю, или Сосновки, или куда-нибудь. Местные тут знают. Я уже решил с кармана не дергаться никуда, только приехал. Нравится место мне-то здесь. Высота здесь, посмотрите, какая. Красивые места на самом деле. Погода сегодня немножко позволяет. Вот. Надеюсь, там машинист стоит, он слева ничего такого плохого не подумает. Я, если что, блогер. Деревья, кстати, падают. Здесь просто обрыв, такое место, посмотрите, то есть здоровое. Вот, сейчас поезд потихоньку приближается. Вот поэтому остался здесь карман. Если что, знаете, на всякий случай. Не все об этом знают. Встать в карман спокойно с великом и все, ехать потом дальше. Попросил машиниста дернуть. Я думаю, вы слышали. Приятно, когда так. Респект. Сейчас все, ребят, по грунтам мчу. В тот раз мы катались, кстати, здесь тоже ехали. Мы уходили только в лес на трассу, на третий. На трейл, который надо чистить, кстати. Ну вот, будет работа нам. Я перееду в город как раз. Скоро уже, думаю, почистить, если Дима у нас тоже занимается трейлами, не сделает это случайно. Или лесники. Почему? Потому что идет волка леса. Как раз все на маршруте. Могут личники почистить. Так что
Ладно, едем. Сейчас. Меньше говорить, больше ехать. Девчонок тут хватает, смотрю. Но здесь школа рядышком Олимпийского резерва. Тренируются. Может, лыжники или МТБшницы побежали. Не знаю. Говорить, спорить не буду. Нормально все? Не сломались? Не сломались? Блин, давайте я подъеду, короче. Мне показалось, вроде сказал нет. Ой, эти переключения жесткие мои. Я аж отъехал. Переспросить, нормально, не сломались? Да нет, друг, нет. А, ну. Я просто старый. 66 лет. Я понял вас, все тогда, ладно. А то здесь чапать просто еще, да. Не, мало ли. Ладненько, добрый тогда. Где еду, где иду. А, понял вас. Но все равно респект вам за то, что катается. Ну, ладненько тогда. Счастливого попутного ветра. Да, пожалуйста. Чего? Чего? Ну, не знаю, я как-то всегда так... Ты помог, помог и тебе как бы. Надо так делать. Ну, чуть-чуть блогерствуем, чуть-чуть спортом занимаемся. В Витебске тут контент немножко снимаем. Но. О, респект. Да? О, дело хорошее. Ну, попутного ветра вам. Спасибо большое. До свидания. Ну, друзья, вы все слышали. Просто у меня был такой случай. Я ехал со стороны городка. И так получилось, одному велосипедисту помог. Я тогда не снимал, я еще ехал. У меня был стоковый ЛТД на тройнике. Вот, ну, самый простой, 3.7, как бы, да. И у меня как бы трансмиссия 7-скоростная была. Ну, как бы получилось. Я не помню, может, там колесо подкачали или что-то такое было. Ну, как бы человек доехал. Вот. Ну, такая вот суть, он там недалеко жил. Плюс я еще там с одним велосипедистом познакомился. Ну, у него с велосипедом все нормально было. Но просто было по пути. Ну, как бы ты помог, помогут тебе, как бы. Я-то всегда так считаю. Видите, человек говорит, редкость в наше время. Давайте, ребята, будем эту традицию лучше возобновлять, как бы, и помогать. Вот, я так считаю. Выплевываю остаточные, ребят, сопли. Извиняюсь, если где-то плеваться буду. Вот. Так что традиция лучше эти чтить. Так мало ли вот чем-то помочь, неважно. Элементарно колесо спустил, латку дать, помочь заклеить, подкачать колесо, может замком поделиться. Вот. Я сейчас еду, я этот маршрут не помню. Куда-то чуть-чуть поднимаюсь, мошки в глаза. Ножки мои нормально. Тут здесь вынес глазить. Скидываю сейчас вес, кстати. Уже 94 вешу. Весил больше, конечно. Немножко трудновато, но что поделать. Вот. Потихоньку, помаленьку сбрасываю. Плюс сейчас включаются тренировки после болезни. Вот, зал поменьше немножко. Больше такая кардио нагрузка. Надеюсь, что я сразу выйду на нужную трассу у меня. Чтоб 100 раз не смотреть. Сосновку можете в Йоде вспомнить, как мы заезжали. Я помню, как бы мы туда заезжали. Есть видос, кстати, вот я зря не посмотрел, как мы с мужиками ехали. Ёбнутая, блядь. Называется, как скорость поднять.
Ну, два петушара. Не ожидал просто. Ну, контактом переебать будет хорошо ему. Я уже не стал бить. В следующий раз, походу, надо будет. Мне тут немножко по дороге ехать. Будет поворот. Должен быть поворотик в мою сторону леса, на грунты. Навигатор спасает хорошо. Ну что, друзья, я в очередной раз с навигейшеном. У меня дорога в лес. За мной трасса находится. Состояние отличное. Погодка пока, видите, все радует. Хотя на сегодня стоял тоже дождь. Ну что, друзья, я добрался до чекпоинта. Здесь немножко потоплено. Егору привет. Здесь фоточка была офигенная с подвесом его. Кругом сейчас утки, лебеди. Вроде только лебеди не видел. По-моему, они там были с той стороны, когда ехал. Проехался отлично. Давайте сразу скажу. В контактах, естественно, немножко непривычно, но вспоминается. Ребят, кассета стоит новенькая. Моменты с переключением есть, тут чуть-чуть надо правки внести. Но это мелочь. Все чистенько. Я на парафине. Вот, на сквирте. Вот. Яйца отлично. Там, то есть, что не обращать внимание, убрать. Это подклеивалась защита. Отклеиваться стала, зараза. Вот. Сидушечка моя кривая. Вот, кассета. Так, диапазон все щелкает, как положено. Немножко, говорю, в нос. Может быть, да, но ничего. Я одет тепло, самое главное. Чувствую себя вообще супер. Домой приеду, чайку, конечно, попить. Жалко, с собой не взял. У меня термос остался дома. Нам как бы дарили тут на праздник, поэтому с собой не брал. Я сейчас сумкой катаю. Скоро сделаю небольшой обзор на сумку, с которой я катаю. Кстати, мне намного с ней комфортнее, у меня спина не потеет. Я сейчас сам хоть не вспотевший, а с рюкзаком я вечно потею, мне жарко с ним. Да, он простой, я понимаю, что есть спортивные рюкзаки. Я, кстати, хочу попробовать именно спортивный рюкзак в будущем. Как бы, ну, почему бы и нет, бедный. Но вот пока сумка катаю, как бы... Можете обратить внимание, никакого дискомфорта как бы нету. Я даже не чувствую, что оно у меня висит, хотя лежит много нужных вещей. Сейчас немножко поторчу здесь, выкатываю домой. Сегодня такой небольшой спринтик, да. Много тупил с навигатором. Немножко раза 4 останавливался, потому что первый раз ехал сам сюда самостоятельно. Я здесь был всего лишь один раз с Егором и Виталиком. Вам привет. Мы с Андрюхой должны сюда обязательно скататься. Думаю, немножко по-другому этот маршрут покажет. Место здесь на самом деле красивое. Здесь людей вроде как всегда много отдыхают. Вот. Сейчас все. Маленький перекурчик. Я возвращаюсь обратно. Скорее всего, поеду по круговой. Посмотрим в сторону города. И уже, наверное, запилим финалочку, сколько получилось в целом проехать. Вот как-то так. Среднюю стараюсь держать, но немножко тяжеловато, но стараюсь. Едем дальше. Такие встречаются достопримечательности на пути уже на выезде из Сосновки. Ну что, друзья, я уже фактически дома. Что хотелось бы немножко сказать. Давайте так встану. Ветер себе фигачит. На самом деле, я офигел. Вот. Особенно, когда уже выезжал с Новки, это просто что-то с чем-то было. Ноги мои офигели. Катилось все отлично, немножко на пиксел вышел, конечно. Даже велик фактически чистенький. Ребят, спасибо всем, что были со мной. Тренируемся, занимаемся. Всем приятного просмотра еще раз. Спасибо всем, что были со мной. Ставь лайк, пиши свой комментарий. Двигаемся, растем вместе. Обнял, приподнял.